Фу! Испугался? Не бойся! Подойди, подойди ко мне! Смотрю топ треков пятерка and Mailshare по просмотрам на ютубе ноябрь. Привет. То забыли уже про меня, да? Ну, попрошу, да, вас не скипать начало, в особенности пятерку с Мейлшером, потому что вначале будет довольно много важной инфы. Быстренько сначала обращусь к своим подписчикам. Всем привет, с вами снова я, JBL-ка, и надолго возвращаться я не планирую. Пропал я по трем причинам. Первое, возвращаться я не планирую. Ютуба. Второе, поступление в университет. Более подробно, если хотите, я могу рассказать в своем ТГ-канале. Главное, мне так, если подписывайтесь, честно, и напишите мне там в комментариях. JBL-ка. Если что, я могу посвятить отдельный пост своему исчезновению. А на третьей причине мы остановимся поподробнее. О. Третья же причина моего отсутствия будет интересна не только моим зрителям, но и вам двоим, Кирилл и Игорь. Не буду много времени занимать. В общем, я занимаюсь саппортом пятерки и Мейлшера под названием Cringe Support. В самых крупных городах тура мужья на час именно мы будем разводить для вас. Нихуя себе, самые крупные города, Ростов-на-Дону, ты, блять, братан, переоцениваешь. Жесткие слэм и устраивать крутые перформансы. Ну слушай, братанчик, там, по-моему, еще сквад Мазелова подъедет в Москве и в Питере. Вроде как. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы знать все наши новости и быть готовым к каждому концерту в каждом городе тура «Мужья на час пятерки». А я не знаю, какие были вообще. Какие были, я не знаю. И Мейлшер. Спасибо. Поскольку пятерка... Блять, мне какой-то чел написал просто, блять, говорит: «Привет, я саппорт, я буду в таком-то городе. Можно, пожалуйста, чтобы ты вышел в центр зала и насрал, типа, и ушел обратно на сцену, типа, сколько надо за это заплатить?» Я заигнорил, потому что подумал, что он долбоёб. И Мейлшер абсолютно разные исполнители, и их не нужно вставить в одну кучу просто из-за того, что они друзья. То я решил сделать сразу два топа в одном роли. Блять, саппорт, я понял, что это самые эгойские гои. Они сами платят за билеты на самолеты, на поезда, на всю хуйню. И еще, блять, сами на билеты на концерты покупают, блять, долбоёбы, блять! Сюда, блять, сюда! Полики. Топ-30 треков пятерки и топ-25 треков Мейлшера. И сразу же объясню, как... Гои прогретые, блядь. Деньги, давай! Давай деньги сюда! Таким образом я составлял эти топы, чтобы потом вопросов не возникало. Основа этих двух топов — это официальные треки. То есть основные места, которые 30-е, 29-е, 28-е и так до первого места — это официальные треки. Но также в этих двух топах будут находиться неофициальные треки, которых нет по каким-либо причинам на музыкальных площадках. То есть это либо кавер, либо конкурс. Работы, либо по какой-то причине вообще удалили с площадок. Не, скоро добавят обратно, по-моему, вроде. В таком случае они будут выделяться оранжевым цветом и будут занимать места центральные. Слушай, братан, ты самое главное не торопись, ты не спеши. Я думаю, еще полчасика может занять объяснение. То есть, если, например, какой-нибудь кавер пятерки находится между 30-м и 29-м местом по просмотрам, то он занимает 29-е с половиной. И получается, по порядку идут 30-е, 29-е с половиной, 29-е. Постарался максимально коротко расписать все, что тут будет. Надеюсь, вопросов никаких не возникнет. Мне кажется, должно быть похуй вообще. Утро. Кирилл и Игорь, до встречи на концерте. Давай, пока, давай. Ты будешь... А, я отдельно, Игорь отдельно? Я думал, перемешанное. Подожди, ты хочешь сказать, это мой самый непопулярный трек Чики Бамбони, блядь? Чё, блядь? Слушайте, но с другой стороны, наверное, и правильно, потому что он считает за ноябрь. Если сейчас брать головоломку, то она только свои просмотры начинает набирать. Ну, это обидно, это жалко. Я думал, по приколу ее уже выпустить, блядь. Я не понимаю, почему 110 тысяч людей это посмотрели. Это полная хуйня, я ее высрал. Ну, типа, за 10 минут. Это жалко. Хотя, блядь, 101.
Сегодня я судья, надел парик и залакри. Сегодня стакане, все с тобой связано. Но это еще соберет свое. Тут же еще время решает. Забываю тебя изо рта, души твою гортань. Явись нам Амон Ра. Блять, жалко. Подожди. Ну зальют опять. Этот вернется. Это хит. Жалко, недооцененный хитяра. Реально самый жесткий хит. А ну-ка, подожди-ка. Какая разница между ними? 43 и 72. Бля, нихуя себе. Стужен. Пара грена к ужине. Удивительно. Вот это, я не помню, я вам говорил. Вот это просто удивительно, нахуй. Я на алмазы вообще никакой ставки, блядь, не делал. Мы нежно уложил на эти вот биточки. На могилку твоей мамки я кладу цветочки. Я курю дерьмо. Реально, блядь? Это круче, чем алмазы зашло? Бля, надо иногда пересматривать вообще, что мы посмотрим. На видок бежал, крики разогнал. Изичный вонючий тварь топочку забрал. Бля, это хороший. Я его исполнял раньше на концертах, когда треков не хватало. Вот, но это охуенный трек. А ну-ка. А, ну примерно одинаково там, видимо, на, блядь, 100 просмотров разница. Прикольно, прикольно. Ну вот тут надо было, как это, 17,5 или 16,5. Ебать, реально, четверть ляма нахуй. Не, охуенно, это легендарная работа. Назначение, пункт, звук в небо, руку нервно крутит. Ну, блядь, здесь как бы... Тут от каждого, блядь, по 10 тысяч просмотров добавилось. Тумблер бумбела, а снова... Тюмам, 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 мама. Ты стана в клубе, кинет нос, репетёрик. Тюмам, тюмам. Почему-то где маму добавили. 5 минут назад с тобой гуляли вместе. Я видел твою... Бля, вы видели, даже не 12,5, а 12,67. Хату, это просто нет. Блять, это хорошо то, что я тогда вот так вот начал, реально. Вот этой вот хуйней вот заниматься. Тогда пародии на треки реально. Сейчас жалко то, что время как-то изменилось. Раньше вот 5 минут назад, дико например, грибы, мы типа грибы, между нами тает лед. Все делали какие-то пародии. Все всегда эти пародии хуярили. И на это можно было просмотры собрать. Потом вот куда-то жалко эти пародии пропали, потому что я бы хуярил бы эти пародии, на них бы просмотры бы фармил жестко. Это просто нет. Зашел в Майнкрафт и мир создает. Сыграл, поднялся в крапчу. Это крутой трек, вот он мне нравится. Я даже считаю, что он недостаточно захайпил. Клип там вообще потрясающий. Вот это очень крутой клип. Мир создает, сыграл, поднялся в крапчок. Ты, я, не мы с тобой, смеясь, мама с тобой. Поутру, ой-ой-ой, блядь. Тут дверей надо чем-то подпереть. Волны бьются, берешь. Аж мурашнуло. Сука, ну как оно может быть рядом? Вот. Оберег и это. Мне просто похер. Я снова в топе. Я чую миль. Я чую миль. Блять, это лето как будто нахуй уже год назад было. Вот серьезно, блять. Два хита за неделю выпустил. Два ебанутых хита. Я имею. Ну, блядь, тут все зависит от клипа и от его качества. Мне кажется, Отца Сити, ну, не настолько бы занимал бы восьмое место в топе, если бы не клип. Блядь, это вообще хитяра, сука. Их кусаю, как ирис.
сука, это так. Я так доволен. Бля, вот мне всегда задевает все-таки. Когда обсирают, говорят, что какая-то хуйня. Но оно в итоге все равно свое место занимает. Люди понимают то, что это хит ебаный. И то, что это охуенно визуальный клип ебанутый. Слава богу, все сделали, как сделали, блядь. Смотреть на сиськи. А ну-ка, подожди. Ебать! Но при этом хламидия, она не в этом. Хламидия не в теневом бане. Ну, скоро сиськи перегонят. Но хламидия в теневом бане, блядь. Дело в том, что сиськи, просто если без пятерки, без клип, без слова клип, просто набрать слово сиськи, в поисковике в первых трех местах выдаст. То есть школьник какой-то мелкий, пубертатный, украл у мамы телефон, такой: «Хочу увидеть сиськи». И ему выдается, блядь, качественная музыка сразу же нахуй. Так, топ-5, а ну-ка, сука. Ну, первое место я правильно, мы все все понимаем, нахуй. Магазин, покупаю лимузин. И не счесть, сколько хайпа дал мне лишь один грузин. Вот это удивительно, я вообще в шоке. Сука, неужели это такой хит? Я не знаю, может, я как-то во время попал в нужное. Или еще что-то. Но по качеству это хуйня. Это, ну, прям хуета. Как эпохальное событие, окей, но это устаревший уже, как бы, трек. Вот хуй пойми, блядь. Моргенстайл зарешал. Ну, тут не факт. Все равно я не дотянул бы. Просто охуеть, картинка, где проанимированы только вот эти колесики. Сука, 950. Это вообще пиздец. Это очень сильно, значит. Это очень сильно. У меня есть треки гораздо круче и гораздо как бы хитовее, и на них клипы есть, и все равно они не собирают столько. Я уже похудел. Ну, блядь, дальше неинтересно. Тут типа слишком понятно. Слишком все понятно. Ебать, чё нахуй? Всего лишь на 100 просмотров, блядь, разница. Ну, на 100 тысяч. Ебать! Прикол, блядь. Нихуя. Так, а ну-ка, Игорь. Да, Игоря, Игоря, покажи. Апрельская сирень. Я понял, почему они не перемешаны, слава богу. А сколько у меня всего треков? Как понять, блядь? У меня получается больше 30 треков суммарно уже. Я жесткий. Блядь, вот если отдельно человек послушает мои треки и отдельно послушает Игоря треки, этот человек никогда не скажет то, что мы вместе фитанули, и самые наши ебанутые работы, самые, блядь, прослушиваемые, это где мы вместе? Мы мега разные, нахуй. Ну, чел, блядь, не выкупит, реально, он скажет: «Чё, блядь?» Я понял, как он распространил, проложил это. Блять, жалко, что Игорь недооцененная звезда. Блять, слушайте, что-то. Я. Бля, чё за хуйня? Я давно не видел, как Игорь так улыбается. Какой-то Игорь там такой молодой. Блядь, я как-то пересмотрел отношение к его альбому вот за... Сука, за последние реально полгода прошло как будто бы лет 5. Блядь, и по музыке, и, блядь, пиздец. Вот оно как-то
слишком дохуя событий. Слишком дохуище событий. Для меня тогда это было: о, Игорь, ебать, прикольно, новая работа. Ну да, прикольно, типа. А сейчас, ну, я и тогда больше понимал, чем любой прослушивающий эти песни. Потому что я был в моменты этих песен, блядь, в его жизни. Ну, типа, я понимаю, о чем он исполняет. Но сейчас, вот спустя время, блядь, для меня это просто классика музыки. Вот это, то есть... Ну, вот знаете, вот классика, то, что вот включается, и у вас оно, типа, о, ебать, прикол. Вот, ну, типа, все, блядь. Да как вам объяснить? Есть типа хиты включают, ебать, или о, хуйня, бля, выключи. А вот есть типа ощущение классики. Вот то, что типа, ебать, я это как будто слушал всю жизнь. Вот это вот, вот так вот. При этом, когда мой альбом, блядь, где-то включается, ну, не некоторые треки, я думаю, блядь, может перемотать, типа нахуй. Вот это, бля, это хит. Это просто хит, нахуй. Я его недооценил. Я думал, это хуйня. И это хит, блядь. Блять, ебаные холода, вы бы знали, нахуй. Я Игорю говорю: Игорь, возьми плюс. Возьми плюсовую версию, просто ставь эту песню. Короче, Игорь не может на концертах выучить текст Стинта, вот. И в какой-то момент там просто тишина в бите, потому что Стин должен петь. И Игорь в каждом городе надеется, то, что люди знают текст Стинта, а там типа из 100 человек, ну, 10 знают. И это, ну, хуёво звучит. И Игорь такой: да, я... Я ей говорю: просто плюс, просто поставь плюс. Он говорит: да, бля, я когда-нибудь выучу. Я сам просто выучу когда-нибудь, и все заебись будет. И, сука, мы вот 3 города отъездили, где вот холода, вот. И давно не видел из окна тебя. Ты мой день цирк, а сегодня я судья. Надел парик и залакри. Сегодня в Лонг-Айленд в стакане. Все с тобой связанное я забываю. Скучно жить, выпускать дым. Все, что захотел, я уже получил. Кстати, этот Слава Марлов мне не ответил, будет ли он в Москве у нас диджеем. А ну-ка, сейчас я этот уточню. Не ответил. Статься паре, сегодня твой парень слит. Я буду пьяный, сушлый зон. Ну, блядь. Сколько? 212 тысяч? Реально? А, ну, бля. Топ-5. Ты не такая. Курилочка, курилочка. Блядь, сука, какой же это ебаный хит, блядь. Не меняет СТО, вот это да! Это хит, это ебаный хит. Ну это скип, да ну блять, ну концовка всегда, блять. Надо удалять, короче, мы удаляем нахуй эти треки. А что? Что? Блять, а что это? Короче, Макшнакниксы, чё я хотел? Блять, топ треков стримеров, топ. А я это видел? Скорее всего, я это видел. Я не помню, я вам рассказывал или нет. Игорь хотел свой... Ебать, блять, чё за... Привет. Чё, как я на это нажал вообще, блять? Вот. Игорь хотел своё, так, свой так называемый никнейм удалить из киношки.
Вот. И я был бы, в принципе, не против, потому что он говорит, блядь, вот люди заходят, я рассказываю то, что я музыкант. Люди заходят на мою карточку музыканта, а самое первое, что они видят, это, ну, киношка там и все такое. Здравствуйте, я Дилдоед. Как может быть, блядь, рейд от Дилдоеда, если я Дилдоед? Вот и все, нахуй. Вот-вот, блядь, думайте. Вот, и, короче, я говорю, Игорь, я не против, ты, типа, можешь себя удалять. И он бы был бы вот этот, мелш, блядь. Вот. В итоге нам сказали, не, нихуя, это слишком у вас популярный трек, мы слишком много с него зарабатываем, мы не будем вам нихуя менять. Так, что я должен делать, Макс?